Игрок команды ЮФУ Андрей Беджанян. Поздравляем с победой. Как легко было? Спасибо большое. Да нет, на самом деле тяжело. Поле очень маленькое, 6 на 6 играть. Но мы тактический план свой выполнили. Считаю, что выиграли заслуженно. Как команда играла? Хорошо? Да, команда боевая. Все впереди бежали и назад бежали. Бились до конца. Было в этом плане, конечно, тяжело, но мы перебороли. Ты гол забил? Да, забил первый. Ну, ничего страшного. А сколько не забил еще? Ну, два минимум не забил. Ерванточ, хочешь привет передать? Привет всему коллективу Южного федерального университета и, в частности, главному тренеру Степаняну Калину Ервандычу. Большое спасибо, удачи. Спасибо.